Накануне дня печати подведение итогов взаимодействия со СМИ от Управления Росгвардии уже стало традицией. Завтра, буквально 13 января, в России будет отмечаться ваш профессиональный праздник – День печати. Поэтому от всего коллектива хочу поздравить вас всех, кто трудится в различных направлениях средств массовой информации. Спасибо за качественное, объективное материалы о нашей деятельности. Росгвардия – ведомство, открытое к сотрудничеству со средствами массовой информации. Широкое освещение получают учения, операции, осуществляемые сотрудниками. Мы очень долгое время, на протяжении всего года, взаимодействовали с Росгвардией, снимали сюжеты и были как и на стрельбах, как и учебное взятие корабля. Мы все это снимали, освещали, очень надеялись, очень хотелось осветить все это правильно, грамотно, показать, какие ребята специалисты, какие они профессионалы. И вот она заслуга, что мы молодцы, сделали все правильно и хорошо. Это очень здорово. Мероприятия, проводимые Росгвардией, регулярно освещаются в эфире нашего телеканала. Благодарность за тесное взаимодействие получили корреспонденты Марина Романюк и Валерий Седов.